14 по 30 июля в столице Венгрии, Будапеште, проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Соревнования проходят в 6 дисциплинах. 20 июля комплекты наград на чемпионате мира были разыграны в следующих дисциплинах. В плавании на открытой воде один комплект, в прыжках в воду один комплект и в синхронном плавании также один комплект. Сборная России завоевала две медали – золото и бронзу. Золотую медаль принесли синхронистки Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич, после чего спортсменки, собственно, и решили искупать своего тренера в бассейне. А Илья Захаров в прыжках в воду с трехметрового трамплина завоевал бронзу. Сегодня, 21 июля, также будут разыграны медали в трех дисциплинах – плавании на открытой воде, прыжках в воду и в синхронном плавании. По итогам седьмого дня соревнований медальный зачет возглавляет китайская сборная, у которой 6 золотых медалей, столько же серебра и одна бронза. В итоге всего 13 медалей у китайцев. Сборная России идет на втором месте, имея 6 золотых медалей, 3 серебряные и 2 бронзовые. Всего у России 11 медалей. Третья – Франция. У этой страны 6 медалей всего, из которых 4 высшего достоинства и по одной серебряной и бронзовой. Четвертое место удерживает США, пятая – Италия, шестая – Малайзия. А вот седьмую строчку делят Австралия и Нидерланды. Девятое место за Испанией, на десятой строчке сразу три страны – Германия, Великобритания и Северная Корея. Далее идут Канада, Эквадор, Мексика, Украина, Бразилия и Япония. Напомню, что чемпионат мира по водным видам спорта завершается 30 июля. Ах да, и не забудьте поставить лайк, комментируйте, делитесь в соцсетях и, конечно же, подписывайтесь. Это абсолютно бесплатно.